Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел заседание антитеррористической комиссии с участием членов правительства, руководителей территориальных подразделений органов безопасности и правоохранительных структур, а также глав городов и муниципальных районов. Заседание открылось с минутой молчания в память о погибших в подмосковном Крокус-Сити-Холле. В числе обсуждаемых вопросов – совершенствование мер антитеррористической защищенности объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также мест массового пребывания людей, образовательных учреждений и объектов здравоохранения республики. Участники заседания акцентировали особое внимание на необходимость обеспечения антитеррористической безопасности объектов туристической индустрии.